Ребята, вы пришли сегодня в библиотеку. А вы знаете, что означает слово библиотека? Правильно, молодцы. Здесь библио означает это книги, атека это хранилище. То есть дом, где хранятся книги. Книгу первую мою берегу я и люблю. Хоть еще и по слогам, я ее читаю сам. Из конца и серединки в ней веселые картинки. Есть стихи, рассказы, песни. С книгой жить мне интересней. Посещая сегодня вашу библиотеку, поняли, что теперь в школе нам будет легко учиться. Почему? Да потому что, скажи. Потому что мы узнали, где находится библиотека. Умница, достойная ты. Лучше не скажешь. И теперь мы с родителями всегда будем посещать нашу библиотеку. А нашим любимым библиотекарям огромное спасибо. Готовились, мы сейчас.